Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сразу же после начала испытаний подвижного состава интерес к технологии до этого немалый значительно возрос. Свидетельством тому является очередной визит международной делегации в Республику Беларусь, где располагаются конструкторские бюро, опытно-экспериментальное производство и экотехнопарк, центр испытаний и международной сертификации технологии SkyWay. В ее состав вошли представители деловых кругов Индии и Швейцарии, официальные лица из муниципалитетов Эрзурума и Чорума Турецкой Республики, ряд крупных инвесторов, заинтересованных в развитии струнного транспорта Винницкого в своих регионах, президент Академии наук одного из российских регионов, а также представители властей Могилевской области Республики Беларусь и корреспонденты ряда белорусских средств массовой информации. Гости посетили опытно-экспериментальное производство закрытого акционерного общества «Струнные технологии» и экотехнопарк SkyWay, где во время их визита на легкой путевой структуре проводились ходовые испытания юнибайка. Генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий рассказал о технических характеристиках струнного транспорта, провел сравнительный анализ финансовых показателей проекта с другими транспортными системами, а также ознакомил членов делегации с Центром испытаний и международной сертификацией технологии SkyWay. Гости стали свидетелями ведущихся работ по сооружению путевой структуры на участке городской и высокоскоростной трассы, общая протяженность которой в конечном счете составит порядка 16 километров. Но, безусловно, самое большое впечатление на иностранных гостей произвели ходовые испытания подвижного состава и путевой структуры легкой городской трассы. Несмотря на царящий в данное время ледяной холод, встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере, чему способствовал уют и располагающий к плодотворной работе интерьер гостевого дома, совсем недавно построенного для переговоров по продвижению коммерческой реализации проекта. Все с успехом занимались своими делами. Строители экотехнопарка строили, представители SkyWay по горячим следам после успешных испытаний доводили переговорный процесс до подписания протокола о намерениях с турецкой стороной, представители средств массовой информации собирали материал для своих публикаций, а съемочная группа нашей информационной службы выясняла мнение и впечатления гостей экотехнопарка, которыми не замедлит поделиться с вами в ближайшее время. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsv-systems.com, поддерживайте наш проект и в нашей теплой компании вам будет хорошо даже в лютую стужу. Строй SkyWay, спасай планету! We'll be right back.